9 мая – это праздник Великой Победы Советского Союза над немецко-фашистской Германией. А что вы знаете о войне? Что вам рассказывают? То, что был великий маршал Жуков. 28 миллионов человек погибло на этой войне. То, что мы победили в 1945 году. Ну, я, наверное, много знаю, не буду долго. У меня, допустим, все прадедушки участвовали в войне, поэтому как бы у нас тоже связано с войной довольно-таки многое. Мы победили фашистов. Я знаю машины только. Машины только знаю от победы. Для меня самое главное, что воевали люди, они умирали за нас, за то, чтобы мы сейчас жили, радовались жизнью. Я рад, что я сейчас живу, что сейчас наслаждаюсь этим. Ну, спасибо ветеранам, что все так хорошо закончилось. Мы хотим, чтобы ветераны жили как можно больше. Ну и, естественно, мы должны благодарить их, уважать и ценить. Обязательно не забывать. Счастья, здоровья побольше, чтобы они жили вечно. Чтобы они жили больше, мы могли их как можно больше спросить о войне.